Минувший 2023 год педагога и наставника дал мощный импульс по развитию Института наставничества. Новый конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей. Наставничество» призван выявлять и поддерживать лучших в стране наставников на производстве, в сфере образования, в социальной сфере и общественной деятельности, на государственной и муниципальной службе, а также создавать условия для масштабирования и тиражирования лучших практик наставничества. В рамках конкурса участникам предоставляются возможности для профессионального развития и карьерного роста. Получить такие возможности просто, достаточно подать заявку на участие. Подробности в следующем сюжете. По всей России идет заявочная кампания на участие в конкурсе наставничества президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Министерства просвещения, Минтруда и Росмолодежи. Цель – создать условия для развития Института наставничества, выявить лучших наставников, отобрать и сформировать библиотеку эффективных практик. Конкурс наставничества станет ресурсом для наших победителей, чтобы найти единомышленников, рассказать о себе, о своей практике. Уникальность конкурса наставничества в том, что мы объединили организации, которые имеют огромный опыт выявлять лучших среди равных и также профессионально сопровождать их. Участники смогут делиться своим опытом, получать признание на всероссийском уровне, развивать культуру Института наставничества и поддержки тех, кто обучает и вдохновляет других. Стать участником наставничества могут все желающие в возрасте от 18 лет, выбрав самостоятельное или командное участие по направлениям «Наставник года» или «Лучшие практики наставничества» наставник.rsv.ru.